Доброго дня, драгоценный! Вас приветствует компания Акулоп. Сегодня нам поступил запрос на Honda Civic Hatchback 2009 года выпуска. С газизом, хозяином автомобиля, было принято решение о замене штатной магнитолы вот такой вот. Ничего не могущий, без экрана, без блютуза, только диски, да и те сломаны на самом деле. Было принято решение заменить вот на такую магнитолу бренда Basson версии 2. Встречает нас яркий, насыщенный IPS-экран второго поколения. В магнитоле уже есть Bluetooth, можно слушать радио, как видите, все у нас поет. Кнопочки на руле тоже обучили. Есть у нас здесь навигация, какая вам нужна, Google карты, Яндекс карты, без проблем, все будет работать, все запускаемо. Также здесь есть у нас Play Market для скачивания необходимых вам приложений, есть OBD-чек, чтобы вы могли считывать ошибки вашего автомобиля, есть у нас YouTube, сразу закачан, установлен с завода, вот такой вот эквалайзер в магнитоле. Есть предустановки, можно под себя поднастроить. Есть тон компенсация, желательно ее всегда включить. Также еще было принято решение о подключении камеры заднего вида. Мы тоже это сделали, не смогли в этом отказать. Вот как видите, картинка, ну, камера бюджетная, что сказать. Но тем не менее, запарковаться в принципе достаточно будет. Кто-то к нам еще подъехал на установочку, точно. Памяти в этом устройстве 1 гиг оперативной, 16 встроенной. Кнопочки на руле работают, пожалуйста, все переключает. Громкость работает. Все, в принципе, работает. Так что, ребят, долго не думайте. Переходите по ссылкам в описании. По всем вопросам подбора и приобретения ответим вам оперативно в течение 5 минут. Потому что, ну, хватит уже кататься со штатной магнитолой. Ну, хватит, ну, серьезно. Тут у вас будет и YouTube, и навигация, и Bluetooth. А здесь ничего нету. Так что прыгайте по ссылкам в описании и всем ответим. Никого не оставим без внимания. Всем пока.